В Ивановской сети центров дополнительного образования в новом учебном году прибудет. В одном из трех филиалов перспективы идет ремонт. Проинспектировать ход работ в здании на улице Жиделева приехала начальник профильного управления администрации Елена Орешина. Это удобно для многих родителей. И центры перспектива отличаются тем, что они умеют предложить такие услуги, которых нет в других образовательных учреждениях и центрах дополнительного образования. Здесь и мультистудия, здесь будет восстановлена гончарная мастерская. Оборудование для мультистудии, площадки, где ребята будут постигать азы звукозаписи и монтажа анимационных мультфильмов, уже закуплено. Осталось отремонтировать учебный кабинет. Кроме того, в планах открыть кулинарную мастерскую. Всего в новом центре будет заниматься более 300 ивановцев. К нам может попасть любой ребенок школьного возраста от 6 до 18 лет. Занятия у нас совершенно бесплатные. Запись ведется с 15 августа по телефончикам, которые можно найти на нашем центре. На нашем сайте. На сайте также указана информация всех остальных объединений, количество ребят, которые могут в них заниматься. Приемка учреждений доп. Образования начнется в областном центре 15 августа. Перспективы на Жиделева откроют свои двери уже 10 сентября. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.